Миасские робототехники – лучшие в мире. В Дании завершились международные соревнования по робототехнике. Из 10 российских команд, прошедших отбор на участие, 3 команды из Миаса. И все южноуральские ребята вернулись домой с победой. Четырнадцатилетний Роберт Гуфранов демонстрирует робота. Рассказывает, что начал увлекаться их созданием неожиданно. В школе выигрывал на олимпиадах, увлекся программированием, тогда и решил всерьез заняться робототехникой. Теперь в копилке побед юного разработчика первое место на мировых соревнованиях. Россия все время самая сильная сборная у нее на мире. Ну и мы, в общем-то, очень сильный город, который постоянно побеждает на России, постоянно ходит в сборную, постоянно едет на мировые олимпиады. Мы в том числе ездим в этой сборной из года в год, поэтому сомнений не было. Мы знали, что войдем в топ. Юноша мечтает связать свою жизнь со сферой IT-технологий и планирует поступать в университет Иннополиса в Татарстане. Цель обозначена, теперь нужно развивать необходимые навыки. Мы изучаем разные среды программирования. Мы перешли с графической среды на текстовую среду. То есть это уже готовит детей, чтобы они стали уже программистами. Они всю логику вот программирования они уже понимают вот в этом возрасте. Поэтому я думаю, у них очень широкие такие горизонты открытые. Добавлю, что соревнования проходили по регламентам мировых олимпиад. Команда из Миаса «Ньютон» заняла первое место среди 28 команд в основной и средней категории.